Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться очень хорошим и действенным способом, как очистить унитаз от известкового налета, мочевого камня, ржавчины и солевых отложений. Берем какую-нибудь емкость, наливаем теплой воды, поваренная соль, 3 столовых ложки. Дальше в ход идет кальцинированная сода, 2 столовых ложки. Хорошенько размешиваем. Нужно, чтобы соль и сода полностью растворились. Ну и последний компонент – это белизна. Наливаем 50-70 грамм белизны. Если у вас очень сильно загрязнен унитаз сверху, под ободком, тогда берете бумажное полотенце, намочите в этом растворе и разложите на стенки унитаза. Проливаем раствор по стенкам унитаза. Закрываем крышку и оставляем на 30-60 минут. Смываем и смотрим результат.